Подзаработал я 107 тысяч монет у меня есть. Так, ну давай, я хотел турбо прокачать, максимальный разгон, чтобы разгон быстрее был. Так, 27 тысяч осталось, и может быть вот эту штучку я повышу. Блин, дорого стоит 19 тысяч. Ах, ладно, повышаем. Подожди, а что от меня нарисовано здесь? Баги? Не понял. Блин. Так, самоделка 1700. Нет, все, как бы, ребята, я ускорил самоделку, зачем мне делать? Так, это сколько стоит? 13 тысяч? Это 16 тысяч? Ладно, пока это ничего не будет. Ладно, что ж, поехали, поехали. Так, дальше у меня получается 114 монеточек. Надо нам до этого какого? До скутера. До скутера осталось совсем чуть-чуть. Ну как чуть-чуть, нафига на самом деле. Ладно, поехали, поехали. Немножко у меня прокачанная тачка. Я не знаю. О, это лучше, смотри. Алло, реально лучше. Или мне так кажется? Я так всегда ускорялся. Не знаю. Прям мне нравится. Опа, 200 метров сделали. Дальше мы сейчас проедем, как вообще она ускоряется. Хорошо, внутри, ну, блин, не знаю. Мне кажется, поинтереснее стало. Ребят, мне только просто кажется. Давай, ускоряется, ну, хорошо. О, 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 о. Давай, давай, давай. Еще подкопим денег и еще что-нибудь прокачаю. Тачки. Опа. Заехал. Ладно, я как бы помню свои старые результаты. Сейчас посмотрим. Третий раз мы тоже должны заехать, ничего не знаю. Давай, давай, поехали. Третий раз заезжаем мы спокойно. Вот четвертый не можем, да? Так, зомбаки какие-то вообще вонючие. Быстро, быстро бегают так. Опа, в домике, в домике. Чё, зомбики? Фиг вам. Поехали дальше. Вот сейчас посмотрим, сколько я проеду. Давай, 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 давай. Еще немножко. Блин, просто может быть трасса сложная. Вот и все. Блин, все, они меня поймали. 735 метров, но это мало. 735 метров, ребята. Хотя бы 900. У меня было 900. Опа. А что это такое? Подожди. Еще раз, короче, я даю возможность ролейке заехать. И меняю на баги. Ой, ты что творишь-то, а? Быстрее еще! 754 метра. А, давай еще раз попробуем. Мне понравилось. Что-то мне понравилось. Я не знаю. А ты, ё-моё. Что творишь? Давай быстрее, 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 быстрее. Во, 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 поймали. Так, нет. Все, 753 метра. Ребята, давайте меняем быстрее на баги. Где? Вот она, баги, розовая, господи. Она мне всегда желтая была. Так, баги. Так, 27 секунд, вы алё, что, в натуре, что ли? Ладно, 27 секунд, 27 секунд. Да! Багочка, багочка, багочка моя вонючая. Быстрее цепляются уже эти засранцы. Новый рекорд. 770 метров. О, боже. Так, на 62-м месте я. А это я просто так, ну время-то уже кончилось. Ну ладно. Смотрим, сколько мне вообще заплатят. Как бы я считаю хорошо. 14 было. 4 монетки. Отлично. Отлично. Эх, ну что, сладенько. Так, есть у нас один режим. Называется лесные. Поехали. Лесные. Тут, короче, сложность. А, вот это лесные я не люблю. Тут очень много всяких таких сложностей. Блин, вот этих вот всяких. Кто бы напридумывал тут столько этих бревен. Но зато можно собрать много. Ну как бы не то, что много. Ну даже и много, можно сказать. Быстро можно собрать сундуки. Ну и умереть тоже можно. Очень быстро. Блин, хорошо, что я не умер. Всегда я когда вот туда падаю, я всегда именно на этом месте разбиваюсь. Всегда. Сколько бы я ни играл. Так, предлагает ржавый риф поиграть на спортивном автомобиле. 1000 метров мы делали в прошлый раз. Посмотрим, сколько мы делаем на этот раз. Сколько мы проедем. Оп-оп-оп, чуть не перевернулись. Нормально это вначале всегда. Потом уже как-то полегче будет. Так, главное, чтобы мне мотор не подвел.
тачка, чтобы ехала нормально, быстро. А так все нормально. Так, первый сундучок есть, он самый маленький, там 1500, наверное, денег дают. Нам нужно желательно 11 сундук. Вот, там плюшки. На 11 сундуке. Да, тачка, конечно, у меня не особо быстрая. Хотя она... Где прокачивать там? Прокачивать, ребята, конкретно причем. Постоянно. Ну, сейчас посмотрим, как он. 200 метров. Мы там что-то не проезжаем, наверное. Я примерно представляю, что там можно не проехать. Вот это место, скорее всего, мы не проезжаем. Да-да-да. Это место. Ладно, сейчас будем разгоняться. Опа, новый рекорд, ребята. Новый рекорд. Не знаю, почему. Раньше я не мог здесь проехать. Ну, теперь... Может, тачка была не прокачана. Фиг знает. Я ее особо не прокачивал. Никогда. Оп. Может, опыт появился, не знаю. Ну, скорее всего, тачку прокачал. Чем появился какой-то опыт у меня. О, видишь, что? Переворачивает машинку. Так, третьего уровня сундучок. У нас есть. Едем, чтобы получить четвертый уровень. Четвертый уровень. Так, тут тоже какая-то бездна, я уже не помню, что такое. А, это вонючий батискаф здесь мешает мне. Постоянно на пары боюсь на этот батискаф. Блин, давай. Вот видишь, не хватает энергии. Хорошо, что этот пузырь помогает. Прям вообще замечательно. Ого. Блин, ладно, едем. Чуть не перевернулись. Вот, вонючий батискаф. Вот чё ты сюда приехал? Блин, куда ты меня заволок? У меня скоро бензин закончится из-за тебя. Ладно, едем быстрее. А, пятого уровня сундучок берем. О. Блин, бензин не взяли. А чё это? Надо было вернуться туда, за бензином. Всё, у меня включился турбо. Турбочка включилась, но она мне не поможет, ребят. До бензина я уже точно не доеду. Нет. А вот до пятого этого сундучка, может быть, и доеду. Блин, давай. Не, поставили поближе бы сундук? Ну нет, далеко вы поставили. Как-то так, 3000 заработали. Так, ребята, давайте откроем эпический сундучок. Посмотрим, что там будет. А, 18 тысяч монет всего лишь на тут. А, это сколько будет стоить? 9 тысяч монет? Два раза меньше? А, нет, не хочу я сундуки. Не хочу, давайте лучше продолжим играть в зомби. Так, берем на лихаче. Так, слушай, а может быть открою сундук? Подумай. Просто, видишь, как фишка, что мне нужны кристаллы сейчас. Потому что у меня закончились эти билетики вонючие. И я покажу тебе. У меня уже совсем скоро я могу открыть борту с билетом. Блин. Ох, все, сожрали меня зомбики. Не финишировал я, к сожалению. Ладно, берем. Так, что берем? Берем другую машинку. Раллийное авто. Поехали. Это у меня второй домик получается. Мы должны зайти. Да ё-моё, почему я не могу заехать? Так, ладно. Пробуем еще раз. И если не получится, то мы будем менять тачку. Блин. Вообще конкретно. Конкретная подстава. Подстава прям. Так, на вторую-то я заезжаю во второй домик спокойно. Так, а вот эти вот вещи все мне не нравятся. Горы, которые начинаются. У них там такие сложные. Вот, и где-то здесь будет домик. Вот он домик. Есть, заехали в дом. И зомби теперь к нам не смогут зайти. Домик, наш гараж. Так, ладно, третья попытка, третий дом. Третья карта, третий дом. С одной стороны сложный. Но с другой стороны, в него можно заехать, если постараться. А, если постараться, то можно заехать. Тачку более прокачанную брать. Давай. Нет, поймали, сволочи, меня.
Еще раз пробуем. Блин. Ребят, мы должны заехать. Потому что очень мало нам дадут очков. Блин, еще я в воду залез. Ладно. Ничего страшного. Пожалуйста, ну дайте мне заехать, гонит, а. Блин, ну как так-то, а? Я хочу домой. Я не хочу к зомбикам. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Блин, да куда я за... Да куда я заехал, алло? Идите нафиг, зомби, отсюда. Все, зомби побегали. Так, у нас, смотри. А что у нас так время так быстро закончилось? Я не понял. 10 секундочек? Блин, я не понял. Куда время-то все делось? 4 секунды, алло, дайте мне доехать-то уже. Все, мы уже ничего не сможем делать. Сколько там секунд? А, все. Игровое место. Наше, 45-е. Сессия закончена. 173. А, что у нас там дальше? Давайте еще раз попробуем погонять. Ага. Нифига себе, ребята. Круто. Это просто... Это круто, круто. Домик у нас рядом. Первый. Первый дом заехали и едем во второй. Скоро будет второй дом. Скоро будет второй дом. А вот третий дом, там сложно будет. А может быть, вот если бы я еще в четвертый заехал, то мне очков бы дали. О, просто миллион очков я бы тут выиграл бы. Сразу же бы. Все сундуки. Такая вот игра была когда-то. Там можно было выиграть космонавта. Я, короче, прочухал только в самом конце, когда там оставалось день. Или я не помню, там, кажется, 4 часа оставалось. Ребята, 4 часа. Я полдня проклацал, проиграл. Поиграл и купил только космонавта штаны и рубашку. Ну как там, костюм. Но шлем не успел. Да. Играл много. До шлема я не доехал. Опа, а чё ж я тут торможу? Давай, быстрее. Блин, вот такие вот, ребята, вонючие, сложные дороги. Я не знаю, почему, зачем разработчик так все усложнил? Ну, ребята, ну реально, я уже второй день играю. Не знаю, каждый вечер по 4 часа в эту игру. Только чтобы вот этого скелета выиграть. Точнее, я столько времени трачу. Это просто жесть. Я хочу себе скелета. Но этот вонючий скелет... Блин, вот они меня, видишь, эти зомбики вонючие, поймали и все. 30 секунд осталось. Вот успею побить рекорд. Вот немножечко. Вот хоть на капелюшечку. Не знаю. Ой, быстрее. Ты чё? Блин, все, зомби меня словили. Я уже не хочу играть. Уже не хочу играть просто-напросто, понимаешь? Меня словили зомби, и все. Я не знаю, просто меня не словили, и 8 секунд осталось. Сейчас я посмотрю, сколько мне дадут бонусиков. Я просто возьму деньги, задоначу и куплю этого скелета. 350 рублей стоит. Я куплю и все, чтобы уже... смотрим. 173 было, стало 178. 8 отнять 3 будет... 5, что ли? 5 очков мне дали? Ну, это круто, ребят. 5 очков, спасибо. Ну что ж, я тогда уже буду заканчивать, наверное, серию. Либо еще поиграю.